بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واشتوق الشيخ وصليل الله говорит о том, что просит Аллах Субхану ва Тааля, чтобы укрепил нас на истине и вел нас прямым путем. Поговорим сегодня, за зволение Аллаха, говорит, о некоторых правилах поведения и нормах этикета среди шариата. Из этих адабов и этикета это салям. Хаса андана алан фи хадихи альбульдан. Особенно это в наших этих странах. استبدل كثير من الناس السلام بالتحية هذه المعروفة مثلا صباح الخير أو كذا أو بغير باللغة الروسية مثلا. نعم. Потому что говорит, люди говорят, перестали давать друг другу салям и начали приветствовать друг друга таким приветствием, как с добрым утром и различным приветствием на своих языках. لا تبدأ الكلام إلا بالسلام. Разговор не должен начинаться, кроме как с ассаляма, да, с приветствия. حتى الذي يبدأك بالكلام قبل السلام تعلمه. Да, и поэтому, если кто-то начинает с тобой разговаривать, не дав салям, ты должен научить его о том, что сначала должен даваться салям. وتقول له لابد أن تبدأ أولا بالسلام. И должен сказать ему, что первое, с чего ты должен начинать свой разговор, это с саляма. يشتكي بعض الإخوة. يقول أننا بيننا شحناء وبيننا بغضاء وبيننا كذا ما هو العلاج؟ поэтому многие некоторые братья говорят, жалуются, что между нами говорит, какая-то ненависть, какие-то непонимания говорит, происходит. Говорит, как избавиться, как вылечить эту проблему? من العلاج إفشاء السلام. И из решения этой проблемы это распространение саляма, распространение приветствия. نعم لأنه سبب من أسباب الألفة والمحبة بين الأمة. Потому что это распространение саляма – это одна из причин объединения и любви в умме. Должен салям давать тому, кого знаешь и кого не знаешь. Когда заходишь, даешь салям. Когда выходишь, тоже даешь салям. Когда говоришь «Ассаляму алейкум», получаешь это 10 наград. А когда, если добавляешь варахматуллах, ассаляму алейкум варахматуллах, получаешь 20 наград. Если говоришь ассаляму алейкум варахматуллах и баракату, 30 наград. Разве ты не желаешь получить эти награды? Да, есть такие люди, которые даже когда заходят к себе домой, не дают салям. Ла, ту саллим, عندما تدخل وتعلم حتى الصغار عندما يدخل يسلم. Поэтому надо обучать свои семьи, своих детей, даже маленьких детей, о том, что надо давать салям, когда заходишь домой. И то, что маленький должен давать салям большому. Также тот, кто едет верхом, здоровается с тем, кто едет пешком. И маленькая группа дает салям большой группе. تسلم عندما تدخل وتسلم عندما تخرج. دايوت السلام كذا زخونش وتاجي دايوت السلام كذا مخونش. وكذلك المصافحة الرجال يصافح الرجال والنساء يصافح النساء. также тоже надо пожимать руки, да, то есть мужчине пожимать руки мужчинам, женщине должны подавать. أما غير المحارم لا يمكن أن تكون هناك المصافحة. а что касается то, что чужой мужчина чужую женщину пожимать руку, это недопустимо. نعم.